А-е! Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Реакция Амферствилла. Меня зовут Артурчик Амферствилл. Вышла коллаба, собственно, на Deluxe Action, судя по информации из Genius, которая, видимо, скоро выйдет, Давида и разного Рамироса. Давно напрашивался этот коллаб. Рэм выступал на стадионном концерте Давида в Москве. Всякое такое. Все было пиздато. И вот, наконец-то, они смогли нахуярить нам трекан. Давайте послушаем его. Обложечка не мое, пиздеть не буду, но выглядит неплохо. Продакшн от Сашки и некого Осмоса. Это, видимо, человек от Рэма, который писал Музон. Давайте заценим. Трекан должен быть прикольный, прежде чем начнем. Подпишитесь, пожалуйста, на twitch.tv/firstfeel, на телеграм-канал Amfirstfeel. Да? Всем мы будем тут жестко кайфовать. Let's go. Стадионный движ пошел. Хорош! Ой, раскладки прям ухо ласкают, ласкают. Сука, аффирмация, реально. Бля, интересно, а Давид тоже будет пытаться в рэп? Ну, типа, раскладками как-то на фоне рэма нормально выглядеть. Каждый концерт — это праздник, ты знаешь, что сейчас будет. Тут типа фитнеса, аэробика и бег противогазе. Приглашаю тебя в мир своих больных, влажных фантазий. Лишь на ковре, танцу под бит, трек на репит. Окей, окей, делаем скиль для юности. И ты постиг, что значит рейв. Я починил себе мошпит, я посвятил тебя в наш сленг. Это кошмар на улице Бяза, welcome to the game. Окей, окей, будто око Саурона за такой слеген. Голова слетает с плеч, чтобы допамин. Прости, сэм, больше подрасти. Чтобы так же кайфовать, придется подрасти. Разряд. Как терминатор. Иногда мы кружимся на высоте, иногда мы топчемся на дне. Но когда мы вместе на одной волне, наши сердца в огне. Бля, ну прикольный трекан. Интересно, как он будет работать на стадионе, но вот эти вот бриджи с аффирмациями меня очень порадовали. Куплет у Рэма отличный, да и Давид в целом неплохо прочитал. Типа, тематика вот этих типа стадионных рейв-движений, типа, что тут супер особенного какого-то лирического героя не существует. Но мне кажется, что это, ну, идеальный такой концертный трючок. Типа, что для Рамироса, типа, добавить ему активности на концертах, у него реально там все охуенно, вообще без вопросов. И Давиду тоже. Приятно, типа, и будет дополнительный, типа, такой хиточек для распрыга. Вы что думаете, ребят?
Рэм же бывший батл-рэпер от куплета вайпса батлов 15-х годов. Ну, он не батл-рэпер, он, типа, начинал свой музон с такого, типа, батл-рэпа именно в треках, типа, так скажем, типа, такой агрессивный музончик. И он в целом читает. Он на батлах-то, по-моему, два раза был или три. Один акапельный вроде был, один с Муфасой на Версусе, я там был. И один трек на Кубке я там тоже был. Вот такая хуйня. Хороший трекан, хороший. Без восторгов, опять же, типа, какого-то прям супер разъеба я тут не увидел. Но сам по себе, типа, это хороший, типа, концертный бенгер. Такая вот тема, ребятки дорогие.